Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, наконец-то мы строили, да, наконец построили. Вот ваши ключи. Галина и Василий получили ключи от своего нового дома и, поскольку постоянно следили за ходом его строительства, уверены, в этом доме им будет уютно и комфортно. Супруги купили дачный участок прошлой осенью и думали, что за постройку возьмутся весной, как снег сойдет. Но судьба решила иначе. Ух ты! Несмотря на холода, стройка закипела сразу же, как только был придуман проект домика, и все пожелания Галины и Василия воплотились в 3D-модели будущего строения. Домик планировали, но не так срочно, чтобы вот раз, сразу и это само снести его и поставить. Увидели рекламу по телевизору, решили проехать узнать, какие сроки строительства. Когда мы все это дело обсудили, мы решили строить домик. Дом построен по нашей традиционной технологии. У нас в качестве фундамента используются сваи бетонные. Внутри у нас утепление в стенах 150 мм, перекрытие тоже 150 мм, что позволяет в доме проживать, в принципе, круглогодично. Не прошло и 2 месяца с начала строительства. На участке на месте старого домишки появился новый 2-этажный комфортный дом, с веранды которого открывается просто великолепный вид. Вот это Волга. Здесь рыбачить, здесь будет кресло стоять. Галочка Ивановна будет в мой бинокль за мной следить. Вообще здесь красиво, все замечательно. И сделали, вот как раз спроектировали, все думали, как же облагородить вот такой балкончик. И получилось, что и закрыли, и солнышко будет, и закрыли, чтобы ветер, здесь ветрено бывает. В общем, здесь здорово. Девиз фирмы «Мой дом» – каждый новый построенный дом должен быть лучше предыдущего. Поэтому особое внимание как на качество материалов, так и на выполнение работы. При этом сотрудники фирмы всегда соблюдают сроки строительства, а цена дома никогда не вырастет больше суммы, которую обговорили с клиентом еще на стадии проектировки. И как результат – 20 дачных домиков и 4 жилых дома, построенных фирмой «Мой дом», причем не только в Балаковском районе. Мы испытываем огромное удовольствие, когда сдаем дом заказчику. И вот видеть вот эту вот радость в глазах заказчика. Самое крутое – это именно исполнять мечты людей, когда ты воплощаешь вот это вот все в реальности. То, что было в каких-то в идеях, в мечтах, может быть, на рисунках. А теперь это все вот наяву. Так что, если вы хотите, чтобы и ваша мечта о собственном доме сбылась, и не откладывайте это на потом. Обратитесь в фирму «Мой дом», и ваши идеи станут реальностью.